Актуальный подарок к предстоящему летнему сезону получит туристка студенческая столица нашей республики. В Карачаевске к официальному открытию готовится отстроенная, практически с нуля, новая общественная территория – парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Ахмат Халкечев продолжит. Проект новой общественно-досуговой зоны Карачаевска реализован за счет средств гранта Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Но активная фаза строительно-облагорительных работ началась летом 2021 года. Место для парка выбрано не случайно. Именно здесь, в пойме вечно голубоглазой Тиберды, еще в советские годы располагался парк культуры и отдыха, который пришел в запустение в постперестроечные годы. Сегодня я в первый раз пришла. Мне очень понравилось, потому что здесь большое пространство. Который сейчас у нас есть парк, он не такой красивый, как этот, и в нем не такие аттракционы и развлечения, которые есть тут, и не такие места, которые есть тут. Места больше, можно поиграть в разные игры. Больше всего нравится вот эта баскетбольная площадка, на которой удобно играть. И раньше до этого не было таких площадок, на которые можно было прийти и поиграть, собраться с друзьями. Площадь благоустроенной территории чуть больше 5 гектаров. Здесь каждый, независимо от возраста и круга интересов, найдет занятие по душе. Для тех, кто предпочитает активные виды отдыха, оборудованы тренажерные, баскетбольные, теннисные и детские игровые площадки. Ну а нагулявшим здоровый аппетит на лоне природы в помощь мангальные зоны. Все это создано для жителей и гостей нашего города, для приятного времяпровождения. Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие. Позаботились и о культурно-просветительском составляющем. На территории парка расположились этнодеревня, горный креативный кластер, музей под открытым небом и сцена ринг. Мы не привыкли жить в городах таких, где парки большие. Для нашего города это просто радость. Ну, желательно, чтобы еще и вот пруд нормально сделали. Пруд заросший, тина. А так, в целом ничего. Ну, какую-нибудь живность надо запускать. А там утка была осенью, между прочим. Да была, но ее сейчас нету. Ну, улетела. Уже несколько раз был с внуками, внучками. Сам тоже на той стороне живу. Через складку, через день хожу сюда. Ну, насколько вот долгожданное это событие для Карачаевска, для горожан? Ну, пока полностью не сделали. Лет 10-20, наверное, ждали, наверное, этого. Ждать теперь точно осталось немного. Сейчас строители здесь, можно сказать, наводят последние штрихи. Ну а само официальное открытие уже новой общественно-досуговой зоны запланировано во втором квартале текущего года. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.